Всем привет, с вами Танами, я продолжаю играть Stardew Valley, и все как обычно. С утра телек, предсказательница, сегодня духи нейтральные. Так, прогноз погоды на завтра, завтра день будет идти дождь, отлично, поливать мы ничего не будем. Заберем уловчик. Уловчик заберем. И надо бы на это все полить. Да, кстати, надо загрузить вот в эту штучку. Да. И полить. Эй, ты чё? Поливаем, поливаем. И я хочу сказать, что я буду загружать видео через день. То есть будет чередоваться Stardew Valley, Sims 4. Возможно, я еще какой-то проект начну. То есть каждый день будет выходить видео, но разное. А не в один день много видео. Так как у меня на канале пока что очень мало просмотров, как только просмотры увеличатся и будет побольше зрителей, тогда будет смысл загружать по 3 видео в день, по ну хотя бы 2 минимально. А пока что я в этом смысла не вижу. Так что такие дела. О, деревяшка. Что мы можем еще сюда загрузить? Улитку можем? О, смотрите-ка. Это мы не можем, и улитку не можем. Ладно. Так, курочки, курочки. Курочки. Тихо. 2 сердечка. 2. 2. По 2 сердечка. Круто. Яйки. Оп. Яйки. А где еще одна курица? Мне интересно просто. Так, яйки. Яйки нам нужно, чтобы сделать майонез. Сено. Я еще одну курицу не погладила. Где она? Курочки. Вот. И майонез. Так, так. И вот так. Так, возможно, я буду начинать Sims Средневековье. Не помню, говорила ли я об этом, но вроде как говорила. Так, а где его? А вот. Еще бы я хотела начать летсплей по Sims 3, Sims 2 и так далее. Но как бы династия по Sims 4 это будет основной проект. Так что да. Пойду к коровкам схожу. Кстати, я забор-то не доделала. У нас коровок вроде нету. Есть коровушка. Надо подойник купить. Ку-ку, привет. А ну-ка, покажись. Мурка сегодня в полном порядке. Продать? Нет, мы пока продавать не будем. Надо сходить к... Блин, не помню, как ее зовут. И купить еще одну коровку и подойник. Если нам хватит бабосиков, ну, я думаю, хватит бабосиков. Надо дерево срубить, потому что мне нужно там заборчик достроить, потом коровок выпускать. У нас есть 3000, я думаю, на одну коровку и подойник нам хватит. И будет зашибись. Это дерево, мне кажется, упадет. По идее, оно должно... Да, оно должно падать в ту сторону, в которую я рублю дерево. Но, видимо, разработчики это не учли. Как вниз спуститься-то? Я хочу вниз. Можно тут скосить травы. Сено, 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 сено. Так, идем вниз. Да, я хотела, кстати, переместить хлев этот, но идемте сначала купим коровок.
и подойник, а потом уже будем перемещать. Я надеюсь, я успею туда и туда. Так, нам сюда. Ух ты! Птичка, птичка! Здравствуй. Корм для и прочее приобрести животных. Корова сколько? 1500. Ну вот, нам как раз хватит. Где? Может быть, вот сюда даже переместить. Или вот сюда. Но тут я не смогу проходить. Хотя его можно вот сюда переставить. В общем, надо подумать, когда я буду перемещать это все дело. Сейчас выберу хлев, помещу коровку. Вот сюда, пожалуйста. Шайтан! Пусть будет шайтан. И давай, пожалуйста, подойничек один. Все, мы потратились. А бежим к Робин срочно перемещать наш хлев. Перемещать наш хлев. Мне так кажется, Stardew Valley бесконечная игра. Я, в общем, подумаю, на каком этапе я остановлю это прохождение. Второго сезона по этой игре не будет. Потому что это все повторяется. Единственное, только карты разные. Так, пойдем. Пойдем. Кробин. Пойдем, Кробин. Так, подсочник висит. Собаконька. Ух ты. Так, 2 часа дня. Я думаю, мы успеваем к Робин зайти. А если не успеем... Ух ты, я что вижу? Оп, фундук. Фундук нам, по-моему, нужен был в клубе. В узелках. Надо посмотреть. Камон. Да, Робин, привет. Построить здание для фермы. Где наш хлев? Переместить. Я надеюсь, это за бесплатно. Подождите, выберите место. Нам не дали. Вот его я хочу переместить. Вот куда-то вот, вот. Вот сюда, наверное. Коровы тут смогут гулять или нет? Или это бесполезно? Ну, давайте попробуем сюда переместить. О, как раз там заборчик мы сможем поставить. Либо же... Куда мы можем его впендерить? Либо же вот куда-то вот сюда, но мы потом не сможем проходить. Было бы классно, если бы туда можно было поставить. Можно, в принципе, сюда. Блин, там червяки мешаются. Вот сюда так бы хорошо все стало. Но нет. Тут деревья. Давайте, наверное, сюда переместим. Оп. Да. А, так, пойдем вскопнем червячков. И, наверное, возле курятника все-таки надо этот хлев поставить, потому что чтобы было все рядом, а то так далеко бегать. Сейчас только червячков поубираю. Вот тут они где-то мешаются. Так, пойдем обратно. Сюда разместим наш хлев. Робин, не убегай, пожалуйста. Она вроде бы до 6 часов вечера работает, я не знаю. И я хотела бы еще купить коровок. Еще 2 штуки. Мы, по-моему, максимально пока что можем 4 разместить в нашем хлеву. Да, камон. Давай, Робин. Построить здание для фермы, переместить. Или
пусть тут остается. Блин, нет. Там потом травку мы посадим. Будет все зашибись. Они, в принципе, не подерутся, я думаю. Блин, тут дерево. Эй! Ё-моё! Почему я не могу это сделать? Сюда не могу. Вот ёлки-палки. Блин, проблемка. Проблемка, проблемка. О, боже. Вот тогда. Либо же сюда можно разместить, но в таком случае надо траву эту убрать. Я хочу где-то вот тут с краю. О боже. Ну ладно, пусть пока тут остается. Чё? Чё уж там? Идем снова. Дырочку залатаем, давай. О боже, чувствую, я уже в третий раз не успею. Погнали, погнали, погнали. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Вот тут надо вот, вот так, все. Погнали быстро. Там елка мешается, блин, зачем ее там посадила? Робин, ты еще будешь на месте? Скажи мне, пожалуйста. Надеюсь, да. Но нет, не успела. Ну и ладно. Идем на пляж. И мне бы хотелось, кстати, значит, собирать... что я хотела? Рыбок. Да, это мне надо будет залезать в Вики. Где-то фундук нужен был. В Вики залезать, залазить, залезать, неважно, и смотреть, когда какую рыбу ловить. Где-то фундук нужен был. Вот. Отнесем фундук. Как раз мы тут рядышком. Забрали. Так, вроде бы как тут. Все не запомню никак. Но не тут. Или тут? Нет, не тут. Возможно, тут. Возможно, тут. Фундук. Держи. И еще один грибочек. И все. И этот узелок будет собран. Пойдем на пляж сходим. Давай. Так. Как-то я не туда пошла. Заносит меня. Взглянем на календарик. Что у нас там намечается? Ну давай, ну. Давай. Элиот! День рождения! Что тебе в шишку подарить, что ли? Улитку мы можем ему подарить. Или вот, что это такое? Так, это мы Гюнтеру отнесем. Давайте зайдем в этот, в салон. Он может быть там, Элиот. Мне кажется. Элиот! Где Элиот? Это Элиот или нет? Подождите. Нет, это Пьер. Как-то его не признала со спины. Где Элиот? Элиот, Элиот, Элиот. Сэм, это, по-моему, Себастьян, да. Так, где Элиот? Парочка тут любезнуется.
Это не Эллиот, я точно знаю. Лея, где Эллиот? Покажите мне Эллиота. Он обычно на пляжу тусуется, если не ошибаюсь. Пойдемте посмотрим. Может, он уже дома? Я не знаю. Я не знаю, где он живет. Эллиот! Юху, ты где? Так, стоять. Пенни. Пенни. Эллиот, скажи, что ты на пляжу. Угу, сейчас. Ракушка. Блин, а где же он живет? Кстати, надо посмотреть. Сэм, Эмили, Томиклеи, усадьба мэра, кладбище. Алекс, Эбигейл. Эх, ты ж ё-моё. Профукали днюху Эллиота. Но, может быть, на следующий день мы сможем ему чего-то подарить, и потом нам это засчитается. Хороший поступок, и отношения у нас с ним поднимутся, и будет всё зашибись. Ничего нет тут? Нет, тут ничего нету, ни червяков, вообще ничего нету. Нам надо спать идти. 8 вечера. Почти 9. Эллиот. Нет. Блин, печалька. Тут еще есть тут? Эллиот. Где Эллиот? Они уже расходятся все. Эх, жаль. Пьер. Блин, печально. Эллиот. Ты же всегда вот тут вот на мостике стоишь. Почему тебя сейчас нету? Почему, когда ты так нужен, тебе нету? Вот тут вот он всегда стоит. А сейчас его нету. И коровок я не смогу сейчас подоить, потому что уже ночь. Эх, ладно, пойдемте домой. Может быть, хоть с коровами повезет. А уже утром мы переместим хлеб, куда я задумала. И будет все зашибись. Ладно, идем. Вот это мы можем отправить. Это для Эллиота оставим. Это Гюнтеру отнесем. А вот это мы сделаем вот так. Что мы можем сюда спрятать? Вот сюда мы древесину спрячем, которая у нас есть. Поддонник вот так. Майонез. Совсем забыла. Так, коровки, коровки. Коровушки, коровки. Пытается уста... Подожди, уснуть нам... Ну, ладно. Отдыхайте, сволочи. Пойдем майонез продадим. Так. Оп. И вот так. И спать. Собака. И собака спит. Оп. Да. Так, 1000 мы заработали, но походу нам на еще одну коровку не хватит. Мы так без денег вообще останемся. Так.
Задание. Что у нас с заданиями? Дождь льет, коровам на радость. Амарант. У нас вроде бы растет. Собака, ты что делаешь? Привет. Отойди. Предсказательница. Очень рады. Можно идти в шахту. Да блин, не туда. Прогноз погоды. На протяжении всего дня. Ага. Так, что у нас тут растет? Вау. Так, 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 так. Ну, эту штуку нам вроде никуда не нужно было. О. Аккуратно. Почему нет автоматического сборщика кукурузы? Было бы классно. Я бы была очень... О, я забыла наживку впендюрить. И нам нужно будет отправиться к Робин, чтобы переместить хлеб. Да. Главное, чтобы не забыть. Коровушки! Давай. А как тебя доить? А, детеныш. Ясно. Детеныш. Они не могут приносить молоко. Ясно, понятно. Подойник сюда. Сено. Оп. Так, идем к курочкам. Курочки, курочки. Курочки, курочки. Закрыть, говорю. Курочки от дождя прячутся. Так, так, так и так. Яйка заберем. Отдай. Вот так. Так и так. И сено. Сено, сено, сено. Так, так. Майонез. Да-да-да. Раз, два, три, четыре. Проверим наши фрукты. Дерево растет, дерево растет. О, камон. И идем к Робин. Робин, 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 Робин. Робин, 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 Робин. Как раз 9 часов. Ла-ла-ла-ла-ла. О, привет. Хлеб переместить. Етить, колотить. Где наш хлеб? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Замечатель. Но. Ну, вот тут вот сделаю заборчик. И как раз им не будет места, где гулять. Я поняла. Блин, вот это дерево переставить куда-то. И будет нормуль. Ладно. Пусть будет так. Можно дерево переместить? Нельзя. О боже. А если я вот сюда размещу? Вот там теплица. Вот ёшкин кот. О боже. Натворила делов. Теперь не знаю, куда это все дело переместить. В принципе, тут нормально он смотрится. Так, заборчиком можно заделать. Коровки будут сюда идти гулять. Можно даже вот так. Ну да, пусть пока будет.
Так, погнали. Пойдем, 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 пойдем. В шахту бы сходить, нам надо золото. Я помню, мы в одной из прошлой серии померли, забыли несколько этажей. Нам надо это исправить. Так, древесину нам нужно где-то взять. Где-то взять древесину и построить забор. А чё, ничего не сделалось? Чё, обалдели, что ли? Так, вот это мы можем срубить, в принципе. Давай, вот так, и вот так. И поставим заборчик. Я не хочу много делать заборов. Вот так. Заборчик. Дерево, дерево. Тут мы не будем делать заборчик. Вот где-то вот тут вот так сделаем. И вот сюда, теперь вот сюда. И вот сюда, и вот сюда. И вот так. О, как раз нормально. Так. 5 штук. Так. И еще 2. Я люблю, чтобы все было четко, четко, четко. Во, красота. И еще бы сюда траву посадить, и было замечательно. Майонез заберем. Вот так. Выходите. Камон, майонез отдадим. В наш ящик древесину положим. Так, кукурузку. Кстати, нам нужна была, по-моему, золотая кукуруза, если я не ошибаюсь. Мы ее собираем. Да, у нас есть 2 штуки. На тебе еще одну. 5! Мы можем отнести. Мы можем отнести кукурузку. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Значит, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И я бы хотела поздравить Эллиота, если я его, конечно, найду. Но, видимо, не судьба просто. Эллиот всегда тусуется возле мостика, либо на пляже, если я не ошибаюсь. Поздравить хочу его с прошедшим днем рождения. Может, он в салоне? В салоне? Так, тут никого нету, я смотрю. Эллиот! Иди сюда. Я, честно говоря, не знаю, где он живет, этот ваш Эллиот. Погодите, а он не тут живет случайно? Это разве не его домик? Ну вот, так и знала. Эллиот, вернись, я все прощу. А давайте порыбачим, пока мы тут. Оп. Удочку надо купить, точно, я вспомнила. Лучше удочку, чем эту. Так. Сардина. Пойдем зайдем, если у нас время есть. Давай. Держи рыбку. Бамбуковая удочка. Фибергласовая удочка. Блин, нам не хватает. Давайте чуть наживочки продадим. Нет, я все продала, блин! Боже.
что я сделала? Отдай нам удочку. Спасибо. Вот. Сюда. Ну и все, мы без денег остались. Зашибись. Что я натворила? О боже, горы бачить, раз такое дело. Как я так затупила? Ну, спасибо. Кукурузу пойду отнесу. Блин, где выход? Элиот, у меня для тебя вот что есть. Подарочек. Где ты, Элиот? Салон. Салон, салон, салон. В принципе, мы можем его подождать возле дома. Так, где клубняк? Клубняк, блин, запуталась. Клубняк где-то тут сверху был. Так, вот он. Кукурузку отнесем. Мы ее растили с душой и всем, чем только можно. Вот, кукурузонька, держи. И потом можно будет тыковку. Кстати, тыквы. Тыквы. У нас денег нету. Да. Мы, в принципе, успеем вырастить тыквы. Но нам надо будет их купить аж 18 штук семян. Эй, не подглядывай. Дурачок испугал меня вообще. Элиот, ну пожалуйста, ну где ты? Элиот, иди сюда. Ищи теперь его, где он там тусуется. Элиот! Камон! Боже. Я теперь не... О, червячки. Теперь не знаю, как мы его выцепим. О, звезда. О! Это хорошо. Вот бы знать, где тусуются персонажи. Я, честно говоря, не знаю, где каждый из них бывает. Но Элиота я очень часто видела там на мостике. Но сегодня его, походу, нету. Так. Тут тоже ничего нету. Шесть часов вечера. Еще раз ходим в салон. В поисках Элиота серия будет называться, да. Хотя я свои серии и никак не называю. Мне просто влом что-нибудь придумывать. Элиот! Ну почему? Ну где ты? Элиот. Элиот! Ясно, в общем. О! Зато вот можем понасобирать всяких ништячков. Вот скосить можем. Еще один ништячок. Ай, отдайте.
Этот камень мы не сможем, наверное, выкопать. Ладно, идем домой, что уж там, что нам делать. Продадим все, что мы насобирали, и будем спать ложиться. Тут ничего не выросло, давайте посмотрим. О! Так, это хорошо. Я бы все-таки хотела сделать золотой слиток, но мы уже в шахту не успеваем в этой серии. И мы сделаем бойлерную, и все, и сможем кататься на вагонетках, да. Так, это мы Гюнтер отнесем, это мы продадим. Вот это тоже продадим, и вот это продадим. Ну и все. Вот так. Сюда мы спрячем, значит, наши волокна. И... О боже, у нас две звезды. Как замечательно. Давайте вот так вот сделаем. Остались мы совсем без денег. Это печально. Кстати... Золотой руды у нас очень мало, подсочник нам некуда вешать пока что, майонез мы забрали, тут фрукты должны быть. Как с этим деревом потом быть? Оно же не вырастет нифига, давайте его срубим. Так, ясно, в общем... Я вот не помню, что это за дерево растет. Ну да ладно. Все, идем домой спать. И я соберу сначала это. Продам. И да, буду на этом заканчивать серию. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или куда вам удобно. А с вами была Танами. Всем пока.